Павел Дуров запустил флешмоб «Путин Shirtless Challenge. Сними майку, как Путин». Моему инстаграму пришлось всерьез выйти на новый уровень, чтобы идти в ногу с растущей конкуренцией мистера Путина без рубашки, написал он. Дуров призвал участников не пользоваться фотошопом и техникой для быстрого накачивания мышц, так называемым пампингом. Соцсети тут же наводнили фотографии полураздетых мужчин. Во флешмобе также приняли участие политик Дмитрий Гудков и пародист Михаил Грушевский. Женщины тоже решили не отставать.